Всем привет! И это проект «Галопом по Европам 2». Год назад в это время, ну примерно в это время, был такой же проект «Галопом по Европам 1». И в это время мы уже были давно в Европе, путешествовали там как уж вторую неделю. В этом году мы выезжаем позже. Вот. Ждите наших отчетов. Команда «Будушин» будет тренироваться по полной программе. То есть вот сейчас без 10, а 8 утра. Завтра в это время мы уже должны будем выезжать. А может быть даже уже будем ехать. Вот. На лайв-канале будут постоянно трансляции. Вот такие вот коротенькие, мимолетные. А на основном канале будут большие, интересные видео с этой поездки. Может быть без постобработки, но тем не менее такие нормальные. Там отчеты по каким-то мероприятиям, по каким-то местам. Так что наблюдайте, будет интересно.